Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня в очередной раз я собираюсь открыть 30... Там самый прикол, что видно твою коленку, потому что слишком большой, в общем, давай заходи сюда уже. Небольшой, хорошего человека должно быть всегда много. Чё, кого, бро? Сразу же с лету, пацаны, открыть контейнер. Открываем вот это, выбираем... А, блядь, в смысле, нет, стоп, это наоборот. Я, можно это расскажу? Смотри, смотри, что? Вот так я вот. Я пока что... А хули предмет не выбирается? Вам похуй. Ну, перчатки. Бам! Я один раз решил фастом попробовать. А как здесь можно... А почему? Смотри, видал? Смотри. Потрясем булочками, потрясем. Прыгаем. И вот так вот, ба! У меня, кстати, секунду можно, пожалуйста? Предыстория. Мы сейчас записали серию по GTA 5 RP. Я не знаю, она выйдет позже или до этого видоса. Я промолчу. Обалденная серия, во, реально, поставьте лайк. И сейчас, так как мы оказались вместе, у меня дома, в общем, я решил предложить... Стоп, нет, даже не с этого начнем. Знаешь, с чего начнем? Сегодня я записал серию по открытию этих кейсов. Так. Я открыл 30 штук. Выбил что-нибудь? Нихуя. Молодец. Я сказал, что я, наверное, в ближайшее время не открою их, потому что да, падала какая-то херня. Но я так понял, что... меня привлекла твоя история. Я прошу прощения, я просто сока много выпил, поэтому язык немножко... Язык в соку. Да, то, что тебе за все время никогда ничего не выпадало. И сейчас, как бы, то есть человек, которому везет там в КРМП, на GTA 5 RP, который, как бы, вот у него, его преследует удача, но не преследует удача в КС-ке. Пытаюсь выбить, но это же твой аккаунт, не мой. Было бы на моем аккаунте, было бы заебись. Ну, а вдруг? Просто я реально лучше, чем фиолетовый, ничего не выловил. Реально, пусть Макс откроет. Я вообще не буду сегодня один открывать. Короче, пацаны, чем не выпадает, все забираю себе. Нахуй. Заебись. Я просто не хочу даже считать, сколько я в общей сумме потратил за последние 2 часа. На GTA 5 RP и здесь, потому что... А, кейсы подорожали. Я сегодня открывал, они дешевле стоили. Сейчас по 650 рублей они стоили. Ебать. Ты хочешь сказать, что скипом ты хочешь увидеть там перчатки, да, типа того? Блядь, ну фиолетовое еще куда не шло, оно еще что-то хотя бы может быть. Олежику, он скипом, блядь, сапфировый нож выбил. Блядь. Так прикинь, блядь, скипом просто вот так вот, бам, нахуй, все. Давай отвернись. Это типа ты отвернулся? Да, я кручу-верчу, не смотрю. Он, кстати, реально не смотрит, я вот все смотрю. Не смотрю. Говно. Давай красиво, сделай, пожалуйста. Как? Раз ты у меня в гостях, ну сделай просто красиво. За сегодняшний день я потратил... Не надо. Бабки на открытие... Блять, он меня на своей ногой погладил зачем. Я на открытие первой серии потратил, которая уже вышла дня 3-4 назад. Так, я понял. Я потратил на GTA 5 RP и потратил сейчас, чтобы открыть с тобой еще. Пиздец. Это больше сотки. Ебать. За 2 часа. А, ну я же это... Нахуя, блять, я вообще его позвал. Что ты? Ты мне компенсируешь? Нихуя себе! Я сейчас... Реально непутёвый, блядь, хули у тебя... Да в смысле непутёвый, блядь, нормально, мне иногда сыпь... У меня тут недавно сыпались ножи, между прочим. Сыпь? На жопе? Чего? Да, сыпь на жопе. Давай, сделай красиво. Блядь. Бля, давай, если ты выбьешь что-то пиздатое, ты забираешь себе. Не надо, нахуй. А? Не надо. Почему? Блядь, такое. Да не выбью. Блять, хотя бы розовое выбей мне, вот реально, я просто без розового вообще, ну не понимаю, как возможно открыть, блядь, 60 кейсов за, сука, день, блядь, один. Тысяча открыл, нихуя, ну не за день. Ну это да, это у меня тоже такой был кейс, который я дрочил, в итоге из него тоже мне ничего не выпадало. Но, о, статрек фиолетовый, кстати, оно и возможно. Что, блядь? Ну оно может сейчас стоить, типа, косарь, блядь, наверное, может даже больше. Бля, может докинешь? Чё? Да кинешь. Нет, блядь, все. Это еще, кстати, не все. Бля, буду, если... Да заебал, блядь, уже с этим. Вообще, блядь, забудь эту фразу, пожалуйста, нахуй. Я тебе не верю, блядь, больше вообще по жизни никогда. Хуйня. Ты заебал на руле держать руку. Я рулю, я рублю. Куда ты рулишь, блядь? Слушай, ты рулю, а я разруливаю, заебись. Ура, первая розовая. Хо-хо. Хо-хо. Я бокал полный XO, она скрывает свое лицо. Это её вайп. Это Лимба, блядь. Пиздец. Это игра такая была про человечка там. Блядь, Лимба это певец, нахуй. Вот с такими волосами. Лимба? Да. Лимба это игра, блядь, про этого чувачка. Это игра еще, да. Не знаю никаких. А еще певец, блядь. Сам ты певец, блядь. Я бакал полный XO. Певец это там Филипп Киркоров, там. Николай Басков. Кто, блядь? Ага. Золотая чаша, золотая! Не знаю там. Ну, из эстрадных хотя бы. Нормальные пацаны, чё. Из иностранных?
Я шоколадный заяц. Я шоколадный заяц. Я нарцисс, да. А, да, его так зовут, нихуя. Я реально не знал, как его зовут. 10 докупаем. Ой, блядь. Я не хочу на это смотреть, потому что я реально... А, нахуй. Статрек, подожди. Айслейт. Я хотел сказать. Он так и называется, да, я в курсе. Сколько он стоит? Подожди, какое качество? Подожди, подожди. Охуенное. Поношенное, блядь. Почем оно? Какое качество охуенное? 4800. Быстрее продавай, блядь, сколько стоит. Блядь. Стоп, а это сколько стоит? Если это розовое. Да на 1000, наверное. А. Нихуя себе. Бля, цены пиздец. Ебать, я тебя выбил бабла, блядь. 3500 блядь, 3500 дробаш. Вот реально, а прикинь, сколько красный это сейчас стоит? Красная там ебанутая. Прикинь бы, если тебе вот этот, ой, с глушителем. С глушителем такое, блядь. Бля, ну еще есть шансы, как бы. Реально еще есть шансы. Пожалуйста. Бля, Макс, принеси удачу сюда, я тебя прошу. Ну просто, вот как бы я же... Блядь. Давай вместе отвернемся. Как тебе такое? Давай, раз, два, три, смотрим друг на друга. Нет, ну, давай что-нибудь такое. Я вот так, ты рукой закрываю. О, давай так, я тоже ничего не вижу. Как дела? Ну ты хотя бы слышишь, да, когда там открывается? Да, сейчас останови. Что-то какой-то звук ебанутый был. Раз, два, три. Ах да, ты, блядь. Ну, блядь, если бы стат трековский, может быть, еще что-то стоило. Смотри, фастом выбиваю... Кого? От вот этого вот, от фиолетового или что-то, блядь. Сайбершелл? От фиолетового, короче. Давай. Нихуя себе. Еще 3000 ебать в карман. Блядь, нормально. Правда, учитывая, что потрачено, блядь, сколько там получается? Тайная, блядь, фастом. Ах ты, блядь. Не, давай, давай без фаста. Все, 4 последних. Вот реально. Вот прям по красоте сделай. Реально базар. Блядь, а... Интересно, а сколько здесь ножи сейчас стоят вот эти вот все? Тут перчатки, они, по-моему, старые. Вот тут, наверное, скорее красные стоят дохуя. Ну и перчатки там... Перчатки, да. Там кому-то за лям выпали перчатки, прикинь. Я охуел. Бля, лучше бы ты этого не говорил. Бля, я потому что мне ни разу, по-моему, перчатки не падали. Я даже не представляю, каково это. А тебе вообще. Я тоже не знаю. Бля, а тебе вообще типа, ну, как бы. Один раз красная выпадала, и то, блядь, хуйня какая-то. Один раз красная? Да. И ни ножа, ни перчатка ни разу. Вообще ни разу. Ай, блядь. Ну тогда, блядь, нахуй я тебя послал вообще. Не очень понимаю. Не, ну я тебя выбил нормально по бабкам. Ну, блядь, не, лучше, чем первый раз. Только, блядь, все равно в общей сложности стоимость, блядь, короче, в пизду. Последний кейс, который нихуя не принесет, правильно? Вот так вот трясем. Бля, можно статрек? Не, он не статрек. Да похуй, нормально. Какое качество? Я думаю, косарь стоит тоже, смотри. Ну, может даже больше. Ебать. Два. Ну, типа, 1800. Ну, 1800, заебись. Охуенно. 1800. 1800, 4, 5, типа... А, стоп. А хули он красный? Закаленный в боях. А, бля. Ну, такое, бля. Подожди, XO, XO, это рэпер тоже какой-то? Чё, блядь? Я хуй знает, кто это такой. Нет? Ну, ладно. Ладно, в общем, друзья, да если... закупать не будешь, да? А? Да закупать не будешь, рисковать. Сколько ты получаешь, 60 кейсов? Все, нет, до вот 40, я не до слушаю. До сотки, блядь. Ребят, не потому, что я не хочу открывать, потому что вот реально, если вы смотрели серию по GTA 5 RP и сейчас... А давай пускай Оля 40 кейсов откроет, до сотни, типа. Оля откроет 40 кейсов, если эта серия наберет, ну, 1025 лайков, и как в ближайшее время Оля откроет еще 40 кейсов. Вот тогда мы попробуем. Сейчас нет, нахуй, я проснусь, я хуею от всего того, что происходило в сегодняшний день. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на наши каналы, ссылочка на канал Фреша, конечно же, в описании. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.